Здравствуйте, друзья, с вами Ваня Плей. Что это за говно? Что это за говно мы сейчас будем играть? Я не знаю, что это такое. И, наверное, никто не узнает, что это такое. Это какая-то игра, какой-то кэнди-человек, конфета-человек, какой-то дедушка-хоррор, спанч, конфет. Не понимаю вообще ничего из этого названия. Написано просто по рукожопому, я не знаю. Наверное, младенец писал, который нажрал себе конфет. Так, давайте мы сейчас нажмем на старт, господи. Какой тут царатый Спанч Боб, человек, ну, паранормальное создание. Welcome to the third chapter of Scary Grandpa. You have through and get off the house. Find the case and the letter and will help you open doors. The grandpa has a key. Так, ладно, давайте chapter 1 go, да? Что это за сердце такое? Что это за сердце? Так, лайк он фейсбук. Не надо мне ваш говноспук. Ваш, так, что это такое? Книга какая-то. Вот это тоже не можем открыть. Очень странная хоррор-игра. Эта дверь заперта. Что это за... А! Вот он! Вот! Так, так, надо его как-то обхитрить, что ли? Вот так вот, что ли? А-а-а! Кто это такой? Хотя бы эту дверь можно открыть. Это такой, какие-то портреты странные. Эта дверь вообще заколочена досками. Там Спанч Боб забаговался, кстати. Так, мы эти доски вообще не можем снять. Какой-то карик Спанч Боб... мужик гонится за нами. Что это такое? Так, банан. Взял банан. Инвентарь, да? У меня пока нет ничего в инвентаре. Ни хрена у меня нету. Не знаю почему, но у меня вообще ничего нету. Это очень странно. Так, ладно. Какие-то... Карелочки, говнелочки, книги всякие разбросанные. В принципе, я ненавижу книги, так что мне вообще похрен, пусть они валяются так тут. Только я не понимаю, что мне тут делать, что это за сратый хоррор. Господи, почему ты стал негром? Спанч Боб. Он стал черным. А, что это было? Тут баги какие-то происходят. Так, опять заколоченная дверь, да вы издеваетесь просто? Стенка, дуля тебе с маком, а не проход. Ну, спасибо разработчику этой игры за это дерьмо. Что это за параш он сделал, я не понимаю. Тут все заколочено досками. Так, откройся. Молодец. Ты кто? А, дед Пихто. Ага. Так, наверное, мне нужно тут код ввести. Так я даже кода не знаю. Какой код мне нужно ввести? Так. Я пока нифига не понимаю, что в этой игре происходит. Так, вот эти двери открыты. Это закрыто. Почему мы всякие бананы собираем? Спанч Боб идиотас. Расскажи мне, пожалуйста. Так, тут... Всякие картины, говнотины. Эта дверь с кодом. Это не открывается. Это какая-то картина странная, обосранная. Стопендра. Что здесь нарисовано? Тут какой-то рисунок. Оторванная голова лошади катается на другую лошадь. Чего? Ой, ты меня напугал, конечно. Так он меня ножом вообще не режет. Странно. Так, ну я шут него не могу никак использовать. Не могу. Хоть у меня даже никакого шута нету, ну ладно. Ну да ладно, как говорится. Но мы можем что-то использовать. Это как, я не знаю. Вот у меня есть банан. Банан, что я могу с ним сделать? А ни хрена я с ним не могу сделать. Ой. Спанч Боб меня убивает. Откройте вы долбанную дверь, вы... Поганые собаки. Это тоже не открывается. Тут вообще ничего нельзя делать. Так, ладно.
О, это дверь. Так, открыл. Что это такое? Зелье какое-то. И что это зелье мне дает? Я даже предмет не могу перетащить. Блин. Почему так игра лагает, когда я открываю инвентарь? Это очень странно. Что это за Спанч Боб вообще? Это не хоррор, а какая-то параша, если честно. Странный хоррор. Спанч Боб тут какой-то дебил ходит. О, я еще дверь нашел. А, точно такая же дверь. Только через другой вход. Так, ладно. Вот что мне нужно сделать с околоченными дверями? Или хотя бы код какой написать? Тут ни хрена никакой код не работает. Какой мне код? Тут даже код на стене не повешен. Так, тут какая-то девушка. Так, ладно, на картине. Ящики никакие не могу открыть. Это говно я тоже не могу открыть. Да, я тоже не могу это открыть. Какой-то инди-хоррор, который очень странный, друзья. Очень странный. Я прям как это параша. Может, тут код написан? Нет. О чем загадка-то? Где вообще этот сратый Спанч Боб? Все, потеряли. Потеряли пацана. И потом он не жив. Все, потеряли пацана. И он обосрался. Штанишки или говно. Где он? Спанч Боб потерялся, что ли? Потеряли пацана, и он сбежит. Он узбек, обосрался, странички, он. Мне нужно, наверное, нужно вот эту картину, чтобы она упала. Какая-то всратая пародия на Гренни, но я уже Спанч Боба даже не вижу. Так, тут ничего. А, вот здесь можно открыть ящик. А тут даже ничего нету. Ну, спасибо. Так, давайте вводим. Неправильно. Где ты? Где ты, бестолочь такая? О. Так. Ну и где он теперь? Я что, должен теперь по всей квартире его искать, что ли? Не квартире, а доме. Это ж американский дом. Да, тут просто дверь заколочена. Что мне делать в этой игре? Тут еще по главам всяким. По главам всяким. Я Спанч Боба не могу найти. А вот Спанч Боб. Здорово, дружок. А что, если он меня убьет? Убивай меня. Убивай меня полностью. А, он даже меня не убивает. Да уж, ты лошок, конечно. Он меня все равно убить не может. А ну-ка, убей. Посмотрим на твою силушку богатырскую. Вот лошара. Ты хоть вообще бьешь или просто своим ножом мотыляюсь? Смотри себе яйца, не так не оторви ножом. Да, короче, тут умереть нельзя.